В общем, как-то я схватил бесплатно дроп, и теперь хочу понять, а стоило ли оно своих денег. У меня сейчас немножко саркастический тон, потому что я посмотрел отзывы на эту игру, в первую очередь, и они все отрицательные. А еще в этой игре, походу, нет звука никакого. Уже о чем-то говорит. Да, я ее схватил бесплатно, а так-то она стоит 30 рублей. Я абсолютно без понятия, что здесь нужно делать. Ага. Ага. Что? Что? А, рыбалка. Окей. Рыбачим. Подождем. Может, подождем. А, да. О, он сам поймал. Окей. А, заставка еще раз. Ага. Это, видимо, у нас ничего не поймалось. А, да, мне тут нужно какую-нибудь веселую музычку ставить, видимо, потому что говорить тишину. Это, конечно, не очень видно. Так, ну давай, рыба. Не сопротивляйся. Я так понимаю, когда у нас такие красненькие квадратики. Ага. Вы поймали ее? Без понятия, что это за символ. А, ну походу дом. Окей, мы поймали рыбу. Ее можно как-то приготовить? Девушка, которую я хотел сказать, нужно спасти, но она сама рыбачит. Правда. У нее веревка до воды не достает. Ага. 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 Че дальше? Я могу здесь порыбачить? Нет. Я рыбачу. В отдельной катсцене. А я могу проехать куда-то. Тут кроме мышки ничто на управление не реагирует. Давайте еще попробуем рыбу поймать. Возможно, нужно просто закликать. Да что-то не кликается. А, во, поймал. Да? Давайте попробуем зайти в дом. И тут... Ага. Окей. Не, ну, конечно, круто, мы ходим под водой. Но это нам ничего не дает. Я думал, здесь можно приготовить что-то. Так, это что-то... Так, какие-то кругляшки у нас тут собираются. Да, у нас был один. Теперь два. Какая-то игра-загадка. Ну вот, основные жалобы в Стиме были связаны с тем, что игра вообще не объясняет, что она такое, зачем она нужна. Мы поспали? Зачем нам спать? А, вопрос хороший. О, мы сюда еще можем залезть. Это я на себя нажимаю. О. Что? Что-то я там поплескал. Возможно, теперь можно спуститься и... Так, давай спускайся. Возможно, можно спуститься, и теперь там внизу что-то будет.
Нет. Тихо. Возможно, вот здесь, если спуститься, теперь что-то будет. Ну, мне одновременно интересно, что тут происходит, и абсолютно плевать. Какое-то пограничное у меня состояние. О, девочки нет. Это из-за того, что мы поспали? Сложно сказать. Мы кроме как по лодке здесь никак двигаться не можем. Восклицательный знак у нас над головой не появляется. Ну, может быть, попробуем порыбачить еще раз. И... возможно, нужно порыбачить в каком-то определенном месте. Ну вот, стопудово что-то завязано на этих кругляшках. Вообще, это кресты как бы. Ну ладно. Похоже на очень запикселизованные пузырьки. Так, нужно на вот эту кнопку нажимать, чтобы рыбачить. Правда, принцип рыбалки я так и не понял. Но я так понял, нужно жать, когда оно голубое, а не красное. Но... О! Ага. А то есть... это просто рыба, которую мы наловили, что ли? Это же... Нам второй этот кругляшок дали не за рыбу, а за то, что я что-то там дома потрогал вроде. Блин, порвалась леска. Но у меня три этих кругляшка. На самом деле забавно, что... вроде люди любят, когда в игре какая-то загадка, когда она не объясняет, что в ней надо делать, а нужно там самому догадаться. И, в принципе, это одна из таких игр. Возможно, ей не помешал бы все-таки саундтрек. Возможно, я его просто не слышу, но вроде его нет. Если он есть, он, конечно, будет на монтаже. А это все неважно. Но, возможно, на монтаже будет просто какая-то любая другая музыка, чтобы разбавить обстановочку. О, там какая-то красная рыба была. Интересно. Постоянно новый контент подъезжает. Я, кстати, недавно одну новую для себя игру попробовал, и она мне очень-очень сильно понравилась. Я на нее захожу, релаксирую, когда у меня не очень настроение, или когда очень настроение, в общем. Мне просто эта игра понравилась. Но я не буду сейчас говорить о том, что это за игра. Я расскажу Бамба, наверное, следующем. Хотя и в этом мог бы рассказать. Но тогда я еще не распробовал. А в этом, ну, который в этот четверг был, имеется в виду. Так. Я не обратил внимания. У нас 5 было этих кругляшков. Или 4. Типа последняя рыба нам дала. Самый кругляшок или нет. Сейчас посмотрим, будет ли 6. Просто гриндить эти кругляшки, конечно, не то занятие, которым бы я хотел сегодня заниматься. Короче. Так, подождите. Надеюсь, это не заново. Ага, вроде не заново. Так, давайте к девочке попробуем сходить. О, тут не девочка, тут мальчик. Ага, и чё?
что мне с тобой сделать? Ну, ты, может, спустишься? В лодочке вместе поедем куда-нибудь. Или я могу выйти? Я не могу выйти. Так, а теперь никого нет. Каждый раз, когда я захожу в эту локацию... Вот, теперь девочка. А я могу этой девочке как-нибудь дать свою рыбу? Типа она ее поймала. Но... поиграем как на пианино на клавиатуре. А нет, ничего не работает. Ладно, дом. А тут можно поспать. Так? Это же спать. Еще тут можно зайти вниз. И вот эту штуку опять потрогать. В этот раз она нам ничего не дала. Ага. Возможно, это из-за того, что больше 5 этих кругляшков мы не можем выбирать. Тут мы вообще ни с чем не можем взаимодействовать. Есть у меня ощущение, что в этой игре есть какой-то еще способ взаимодействия. Но она это никак не объясняет. Вот зачем мне нужно нажимать на эту штуку, чтобы нажать на эту штуку, чтобы выйти сюда? Вот эта надпись должна быть словом drop, по идее. Но она настолько пикселизованная. Появляется. Давайте попробуем поймать еще одну рыбку. Я верю, что это может что-то сделать. Ну. Рыба, давай. Вон. Да, это еще одна рыба нам ничего не дала. То есть 5 это максимум. О, у нас выросли сверху эти приколюшки. Можем еще раз полить их. Можем полить. Слезть. Поспать. О, смотрите-ка, реально растет. Какой-то прогресс пока что есть. Ладно, я не брошу эту игру, пока нет. Не пойму, что в ней. Ну, пока не наступит тот момент, что я не понимаю, что дальше делать. Вот он наступает сейчас, потому что мы собрали с этой штуки ягоды. И она пропала. Лол. Окей, то есть мы можем... Возможно, эти ягоды нам тоже дают кругляшки. Но вопрос, типа, зачем эти кругляшки нужны? У меня такое ощущение, что я уже час сижу в этой игре. Скорее всего, прошло минут 10 максимум. Зачем я трогаю эту штуку? Давайте еще раз к девочке сходим, к мальчику. Мак просто бегает туда-сюда. Я не могу с ним никак взаимодействовать. Типа, как бы, если я кликаю на что-то, то он просто плывет в эту сторону. Чтобы мне взаимодействовать с чем-то, нужно, чтобы оранжевая штучка появилась над головой. Вот так. Но вот это появляется, когда я кликаю на героя. Это дом, это рыбалка, это вот это место. И, собственно, все. В рыбалке я нарыбачился.
Здесь я, ну, побродил, ни с чем не могу здесь взаимодействовать. Ну вот моя догадка, что девочке нужно нацепить рыбу на это, на ее удочку, но я не могу это как сделать. Вообще никак. У меня ничего не появляется. Ладно. Ну, это дроп. Вот, можете купить ее за 30 рублей, и если не хватали, бесплатно попытаться разобраться, что здесь вообще происходит, если вас заинтриговало это все дело. У игры мало вообще обзоров, у нее даже оценки в Steam нет, типа, недостаточно обзоров для формирования оценки. Так что, возможно, вы поймете задумку автора. Возможно, это не просто майнер, не просто подделка там, на движке. Но функции профиля этой игры ограничены. То есть, если вы ее даже купите, то она не будет считаться вам в это, количество игр. То есть, если вы там фармите вот этот значок на количество игр, то он, ну, счетчик не прибавится. Вот. Надеюсь, это не майнер и не какой-то троян. Так что, да, это был дроп. Пишите, что думаете. Ставьте лайк на видео, если оно вам понравилось. Как обычно, живите дружно, не болейте и до скорого.